Сегодня еще хочу вам показать вот такие классные ананасы. Еще вам их не показывала. Они все приходят вот в такой индивидуальной упаковке. Для того, чтобы не повредить вот эти листочки. Чтобы было все компактно, удобно брать вместе с горшочком. Это карликовый ананас. Он у нас идет, листочки без колючек. Посмотрите, сейчас уже вот с такими плодиками классными. Естественно, плоды еще будут подрастать. Карликовый ананас. Но плоды не будут, естественно, крупные, как у настоящего, прям крупноплодного. Но этот сорт, да, для комнатных и для тепличных выращиваний больше подходит. Ну и давайте сегодня раскроем вот этот один саженец, например, и я вам покажу его поближе. Для этого снимаем индивидуальную упаковочку. И сейчас раскрою и все вам поближе, получше покажу. Ой, какой купляж, смотрите. Вот, раскрыла. Какой милаш. Ананасиков много здесь даже, вот смотрите. То ли два куста вместе, то ли двухголовчатый. Получился два ананасика в одном. Отберу для вас разных. Смотрите, вот здесь мы тоже, если вот возьмем, вон там детки, вот детки. Их немного, но они есть. Допустим, возьмем следующего. Тоже вот она, детка. Вижу ее. Одну, вот вторая. На некоторых может не быть. Поэтому, кто хочет с детками, вот детку вижу. Вот с этой стороны. Ну, обычно по одной, по две. В некоторых случаях по три детки. Здесь, на этом кусте, я вам уже показала. Две вижу рядом. Вот они, две. Так, ну и вот этот, который двойной у нас. Он там одна лишь деточка ползет. Пока маленькая еще пока. В общем, кому нужно с детками, пишите. Буду с детками по одной, по две выбирать. Кому без разницы, пишите. Без разницы. Выберу красивые кустики. Они все как на подбор, поэтому прям отдельно каждого прям 1, 2, 3, 5 фоткать не буду. Они все одинаковые. Просто, возможно, разница в количестве деток. Там, где деток нет, они пойдут чуть-чуть попозже, но тоже будут. Классненькие, суперские, комнатные карликовые ананасы. И классно, что не цепляется листик, не колючий. Это меня очень-очень радует. Думаю, что и вас.